Завтра, 22 июня, в День памяти и скорби, в столице Чувашии состоится всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти». По традиции, в 21 час возле мемориального комплекса «Победа» зажгутся поминальные свечи. Это символичный мост памяти, объединяющий прошлое и настоящее. В этот же день благотворительный фонд «Память поколений» запускает акцию «Красная гвоздика». Любой желающий сможет сделать пожертвование, купив красную гвоздику, которая стала символом всенародной памяти и благодарности ветеранам. Средства направят на оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной и других войн.